Магистратура – это вторая ступень высшего образования. Магистратура, в принципе, дает более высокий уровень подготовки, нежели там бакалавриат. Как профессорско-преподавательского состава, педагогов высшей квалификации, так и, в принципе, дает возможности получения высоких профессиональных качеств для людей, которые работают в государственном муниципальном управлении и в бизнесе. Можно, конечно, жить с бакалавриатом, но по старым меркам скажу, что жить с техникумом в старые времена было. И с техникумом тоже определенный был, потолок, куда он мог развиваться, а потом обязательно получение высшего образования. Так сейчас и по магистерскому образованию. Первое – это московский диплом, естественно, который мы представляем нашим студентам. А второе – это высокий уровень профессорско-преподавательского состава. К нам приезжают читать нам лекции, также нашим студентам, профессорско-преподавательского состава из московского кампуса. Семь направлений подготовки магистров, 20 программ. Ну, семь направлений подготовки магистров – это какие? Это экономика, управление персоналом, государственное муниципальное управление, менеджмент, это юрфак, это социология, это социальная работа и вот семь направлений подготовки на сегодняшний день. Пришло время сделать хороший выбор, достойный, где учиться и чему учиться, в какой магистратуре и в каком вузе. Поэтому я предложил бы сделать свой правильный выбор, сделать правильное вложение в свой человеческий капитал, сказал бы так. В 2015 году я поступил на факультет государственного и муниципального управления, и поэтому о сделанном не жалею, потому что в данной сфере требуются сильные кадры, то есть в государственном и муниципальном управлении. Поэтому всем желаю поступать. И выбор будет правильным.